А раньше все делали сами. Песня посвящается автомобилю марки ВАЗ-2108, который когда-то был в нашей семье. Звали его Дуся. А Дусей автомобиль стал... Вообще это было не автомобиль, была машина. Выяснилось, что мы... В общем, опыт показывает, что машина, автомобиль, имеет пол. Не в смысле пол, а в смысле пол. Мужской и женский. А машина женского пола совершенно не выносит, когда при ней хорошо отзываются о других машинах. А она просто не заводится. Так вела себя Дуся. Она очень любит уход, очень любит ласку. Мужские машины ведут себя проще, примитивнее. Они либо всегда заводятся, либо всегда не заводятся. У меня у нас такая тоже была. Но Дуся была настоящая женщина. Ей посвящается следующая песня, которая уже много лет. Дуся была у нас на рубеже, да, когда-то на рубеже, да, до рубежа веков. Пойдем с тобой сегодня не на Ленинские горы, не на выставку поделок из некрашенных корней. Мы пойдем и купим крышку бесконтактного трамплера, потому что 100%, что все дело было в ней. Я капот у нашей Дуси осторожно приоткрою и стартером постартую, и подсосом подсосу. И на правильное место крышку винтиком пристрою, и проделаю контрольный тюк-набой по колесу. А на утро в воскресенье ты увидишь, что напрасно выражала в адрес Дуси ты сомнения свои. И откроется пред нами мир огромный и прекрасный, совершенно безопасный до ближайшего ГАИ. А мы поедем, мы помчимся с жестяным неровным стуком. Ты щекой к плечу прижмешься и нашепчешь мне маршрут. И блондинка у дороги, загрустив, опустит руку, справедливо догадавшись, что ее они подберут. Пытайтесь в понедельник нас спросить неосторожно, где мы были в воскресенье и зачем в машине трос. И покроет нашу тайну наш надежный, безнадежный 8-летний жигулевский мерседес и шестисос. Где мы были, вам не скажем ни резина, ни приборы, да и мы вам не покажем, что вы делали вчера. Для того и существуют бесконтактные трамблеры, чтоб никто не догадался, между чем и чем искра.